Здравствуйте, уважаемые телезрители. Продолжается вечер на телеканале «Видное ТВ». Спасибо, что остаетесь с нами. Мы работаем для вас в прямом эфире. Невероятно быстро пролетело лето, и вот на пороге уже 1 сентября, и в преддверии нового учебного года мы пригласили в студию начальника отдела образования Ленинского городского округа Наталью Киселеву. Наталья Николаевна, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Надеюсь, что за эти 40 минут успеем обсудить множество тем. Начнем с главной новости сегодняшнего дня. Открылся долгожданный детский сад в пригороде Лесное. Наша съемочная группа также была на открытии. Давайте посмотрим сюжет и обсудим. Шестьдесят дошколят отправятся в новый садик с начала учебного года. Уже сегодня учреждение полностью готово принять воспитанников. Группы оборудованы всем необходимым. Закуплены игрушки, книги и инвентарь для спортзала. Новый садик посмотрели и оценили жители округа, их дети, педагоги, которым предстоит работать в учреждении, а также представители Совета депутатов и администрации округа. Это третий детский сад в данной локации, в данном микрорайоне. И мы совершенно четко понимаем о том, что детские сады и создание мест в школах – это один из приоритетов, один из самых главных запросов, который у нас звучит. Повторюсь, это третий детский сад, большой, на 360 мест. И в настоящее время он уже целиком и полностью заполнен. Свободных мест в учреждении уже нет. Для многих жителей района это событие по-настоящему долгожданное. Например, семья Трахановых. Их сыну Вадиму 3 года. Место в муниципальном саду ждал с рождения. Очень много детей в нашем районе. Сады только строятся, микрорайон новый. Поэтому, конечно, мы очень хотели попасть, да, и быть воспитанниками нового детского сада. До этого ходили в частный детский сад, очень тоже хороший. Но как бы это достаточно так ударяло по нашему финансовому бюджету, да, семейному. Поэтому, конечно, сейчас мы сможем там как-то вот распределить бюджет по-другому. Открытие детского сада – приятное событие не только для молодых родителей, но и для педагогов. Штат сотрудников учреждения уже укомплектован. То есть 54 жителя района теперь будут работать рядом с домом. Я добиралась очень долго. В дороге уходило у меня, в общем, если туда и сюда, то уходило где-то 5-5,5 часов. А теперь практически через дорогу, поэтому для меня это самое комфортное, самое хорошее место работы, так скажем. Новый детский сад построен по современным стандартам. Территория для прогулок большая, комнаты светлые и яркие. Педагоги уверены, здесь есть все для комфортного пребывания детей. Учреждение входит в состав Мисайловской школы номер 1. Данный садик у нас на 360 мест, это 15 групп. Также у нас присутствует спортивный зал, музыкальный зал, полностью оборудованный пищеблок для приготовления на месте. Также медицинский блок, присутствуют кабинеты психологов, логопедов, игровая комната, то есть все необходимое для работы с детьми. Ну и, естественно, конечно, это методические кабинеты, которые необходимы для работы воспитателей. Название детского сада пока не придумано. Креативных идей ждут от родителей и воспитанников. Кстати, учреждение возведено силами застройщика микрорайона. Останавливаться на этом не собираются. Уже грядущей зимой в пригороде Лесное планируют открыть еще один детсад. А через год юные жители молодого микрорайона должны отметить 1 сентября в новой школе на 1100 мест. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ». Наталья Николаевна, ну, это очень густо населенный микрорайон, и сказать, что жители рады, значит, ничего не сказать. Как долго он строился, когда он уже был укомплектован, наверняка задолго до готовности? Знаете, очень информационный сюжет, корреспондент, конечно, максимум информации вложила в сюжет. Сад введен в эксплуатацию был 25 июля. Соответственно, мы готовили все необходимые документы и комплектование проводили, ну вот, что называется, начиная с начала августа, то есть первые 2 недели. Сад действительно востребован. Актуальная очередь детей с 3 до 7 лет по данному микрорайону 646 детей. Конечно, сейчас она вот снизилась. Тот сад, который мы получим
к декабрю, о котором сказал Алексей Петрович, я думаю, что совсем снимет очередность, но микрорайон расстраивается, вводятся новые дома, и, соответственно, и подаются новые заявления в систему, поэтому запрос на дошкольные учреждения здесь будет постоянно. Но это же очень большой инвестиционный контракт. В рамках этого проекта будет построено 16 детских садов и 11 школ. Я знаю, что у нас на подходе, не то что на подходе, а завтра откроется еще в муниципалитете один детский сад. Расскажите, где это, сколько там мест? Да, действительно, у нас преддверие нового учебного года вот богато на такие действительно яркие, хорошие события. Завтра мы будем открывать третий корпус детского сада номер 22 «Город детства» в Дрожжино. Он на 325 мест. И вот если сад в пригороде Лесном, он спроектирован так, что здесь мы открываем две ясельные группы возраста с 2 до 3, то сад в Дрожжино, он примет детей только с 3 до 7 лет. Но он тоже уже укомплектован, то есть направление в детский сад родители уже получили на свои электронные почты. То есть там ясельных групп не будет? Там не будет, да, потому что они не предусмотрены проектом. Скажите, пожалуйста, ну вот к 1 сентября все ли наши детские садики готовы? Екатерина, можно я еще и про первое число скажу, потому что сейчас мы вели с вами речь о двух садах самостоятельных, а у нас 1 числа еще откроется, будем торжественно открывать совмещенный блок детский сад и школа, это в ЖК «Май». Таким образом, получается, что у нас еще один садик на 200 мест есть. И всего вот к началу нового учебного года мы, получается, в детские сады направим порядка 1000 детей. Это новые детские садики, да. Замечательные новости. Вот, что касается старых, да, на самом деле, готовы ли все, отремонтированы, укомплектованы? Ну, конечно, абсолютно все сады и школы распахнут свои двери 1 сентября, и коридоры, и групповые наполнятся, учебные кабинеты наполнятся детворой. Есть школы, где проведены масштабные работы текущий ремонт. Есть школы, где обновлены, проведены такие косметические работы с силами своих сотрудников, технического персонала. То есть все в зависимости от потребностей, но да? В любом случае, да, все школы у нас готовы. Прошла межведомственная комиссия, закончила свою работу, все школы у нас приняты, без замечаний. Поэтому 1 сентября начнем в штатном режиме. Я напомню нашим телезрителям, что вы можете задавать любые вопросы нашей гости, телефоны на экране. Наталья Николаевна, сколько в этом году детей пойдут в школу? Наверняка цифра выросла по сравнению с прошлым годом. Конечно, вот активное строительство и заселение дают о себе знать. 1 сентября за школьную парту сядет порядка 35 тысяч школьников. Среди них 5 тысяч первоклассников. Вот для сравнения, в прошлом году у нас первоклассников было 4399 человек. Я вот эту цифру очень хорошо помню, потому что 1 числа все первоклассники получали подарок от губернатора в виде мороженого. И не только первоклассники, все ученики начальной школы. И вот с тех пор я как-то так вот запомнила. Сейчас у нас 5 тысяч первоклассников, то есть прирост существенный. И вообще по сравнению с прошлым годом, с контингентом прошлого года, мы приросли на 4 тысячи школьников. А в этом году какие-то подарки ожидаются или это пока секрет? Это, конечно же, сюрприз, но подарки будут. Первоклассники получат подарок главы, а все дети начальной школы получат подарок от губернатора Московской области. В плане ремонта и оснащения вы сказали, что все образовательные учреждения готовы. Если говорить о штате
воспитателей, учителей. Тоже полная ли комплектация или есть какие-то на сегодняшний день незакрытые вакансии? Ну, если я вам скажу, что штат на 100% укомплектован и свободных вакансий нет, то, конечно, наверное, я слукавлю, потому что единичные случаи это не носит массовый характер, но педагоги требуются. Это жизненные вот обстоятельства, это нормальная практика. Человек может отказаться, что называется, в последний момент, равно как и устроиться на работу, прям 31 числа. Поэтому мы все еще в состоянии поиска и поиск закрытия вакансий. Поиск этот вечный, да. Я знаю, что новые кадры появляются вот по программе «Земский учитель». Появилось несколько человек, приехали даже из других регионов. Вот расскажите, какие это школы? Ну, давайте так, про новых учителей. Вот сегодня состоялась у нас конференция педагогических работников, и к нам в нашу большую педагогическую семью пришли 42 молодых специалиста. А если касаться программы «Земский учитель», то она реализована у нас в Развилковской школе. Совершенно с другой области приехал учитель русского языка, работает в Развилковской школе. Программа интересна тем, что педагог получает 1 миллион рублей, которые он может потратить на приобретение жилья, на оплату съемного жилья. Ну, такая вот поддержка. Но в рамках этой программы он обязан отработать 10 лет. Вы уже упомянули про школу, которая появилась в жилом комплексе «Мая», где совмещено с детским садом. Мы также снимали сюжет об этой школе. Давайте его посмотрим. Следующим пунктом поездки депутата стало посещение детского сада и школы в жилом комплексе «Май». Здесь к нему присоединились председатель Совета депутатов Ленинского городского округа, руководитель фракции «Единая Россия» Станислав Радченко и начальник управления образования администрации округа Наталья Киселева. 1 сентября школа откроет свои двери, и к этому все готово. Застройщик своевременно нам объект сдал. Оснащение, которое необходимо для образовательного процесса, все уже получено в процессе расстановки по местам. То есть к 1 сентября все будет готово, и мы сможем принять детей уже к учебному процессу. Особенность школы и детского сада в ЖК «Май» в том, что это один большой комплекс. Его строительство началось в 2014 году. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 детей. Столько же смогут посещать школу. Увиденным гости остались довольны. Дети в гораздо более комфортных условиях начинают учиться. Тем более, что здесь и застройщик не подвел. Достаточно все качественно проведены все работы. Подобран уже, как я знаю, весь коллектив. Все готовы. У нас встреча наших ребят. 1 сентября будем торжественно открывать эту школу. После посещения социальных учреждений Владимир Жук отправился в поселок Володарского, где встретился с местными жителями. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Красивая очень и современная школа. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее. Что вас интересует? Какое количество мест? Это совмещенный блок, 200 детский сад, там будет 8 групп, тоже дети будут с 3 лет, и на 200 мест школа. Она изначально по проекту была спланирована только для учеников начальной школы, но понимая высокий социальный запрос, ситуацию, которая еще в далеком, уже в 2018 году сложилась вот с закрытием федеральной школы, и дети у нас учились в Видновской 11-й школе, все-таки территориально она удалена от рабочего поселка. Вот здесь принято администрацией округа такое решение, что мы перепрофилировали несколько кабинетов, и теперь школа рассчитана на пребывание, на обучение там детей с 1 по 9 класс. Вы упомянули, что там и детский сад, и школа. Вот что дает нахождение в одном здании сразу двух
и детского сада, и школы? Какие плюсы в этом? Вообще это очень хорошая основа для реализации преемственности, потому что идет такое шефство школьников над детским садом, а детский сад, особенно подготовительная группа, понимает, что вот совсем скоро они станут первоклассниками. Поэтому вот преемственность, она здесь вот как ярко очень проявляется. На сегодняшний день эта школа закрывает потребности вот местного населения или тоже там есть какая-то очередь еще остается? Май не такой густонаселенный район, может, не такой, как пригород Лесное, например, да? Нет, вы знаете, контингент этой школы и этого сада мы формировали исключительно по заявлениям родителей, поэтому там достаточно комфортное количество детей в классах, нет такого переуплотнения, как в школах города, поэтому я считаю, что на сегодняшний день это, пожалуй, вот самые лучшие условия, которые созданы. Ну что ж, ждем с нетерпением открытия новых учебных заведений. Мы с удовольствием будем об этом рассказывать. Наталья Николаевна, что вообще всех наших школьников ждет в новом учебном году? Какие новости, нововведения? Ну, Новый год мы действительно начнем по-новому. И это будет ознаменовано двумя такими важными проектами, которые реализует Министерство просвещения Российской Федерации на территории всей страны. Вот это интересно, что вся страна будет двигаться и жить в едином таком порыве. 1 сентября на праздничной линейке мы поднимем государственный флаг, исполним гимн, и дальше эту традицию сохраним, и каждую учебную неделю будем начинать с поднятия флага и исполнения гимна. И еще одним таким важным объединяющим элементом станет разговор о важном. Это такой цикл внеурочных занятий. Он будет проходить раз в неделю по понедельникам на первом уроке. То есть все школьники страны, начиная от Калининграда и заканчивая Дальним Востоком. С первого по одиннадцатый класс каждый понедельник будут говорить о важном. А что важно? Важно говорить о патриотизме, важно говорить об истории, о культуре страны, важно знать ее традиции, их сохранять. И важно говорить просто об общечеловеческих ценностях, о дружбе, о милосердии, о доброте. Вот эти темы, и не только они, будут предметом дискуссии. Это не будет урок в каком-то привычном нам с вами понимании. Да? Это будет именно диалог, и он не будет заканчиваться домашним заданием, но может быть только там, побеседовать на эту же тему, да, с родителями или обсудить эту тему со своими друзьями, посмотреть, может быть, какой-то фильм. Сейчас полным ходом идет процесс диджитализации, много инноваций. У нас вот, в частности, есть точки роста в некоторых школах. Mm-hmm. Вот в новом учебном году будут ли открываться они и в других школах? И вообще, что это такое? Ну, школы города вообще очень активно участвуют в национальных проектах. Это позволяет нам существенным образом обновлять нашу материальную сторону, да, вот образовательных учреждений. Точка роста – это такое пространство, которое обеспечено всем самым необходимым цифровым оборудованием. У нас уже функционирует 5 точек роста, и к сентябрю откроются еще 2 – в Лопатинской школе и в школе совхоза имени Ленина. Среди оборудования, которое поставляется в школу, это цифровые лаборатории по физике, по химии, комплекты робототехники. Все это
позволяет ребятам проводить, ну, организовывать свою проектную деятельность. И так как сеть точек роста расширяется, и все больше детей вовлечено в эту деятельность, соответственно, они уже и за рамки своих школ тоже выходят и осуществляют такое сетевое взаимодействие. За этим процессом очень интересно наблюдать, тем более вы абсолютно правы. Дети очень легко в цифре, они практически живут, то есть для них это вполне комфортная среда. Вот нам начинают поступать вопросы про школьную форму. Насколько актуально это в 2022 году? Есть ли какие-то требования, может быть, в уставах школ? Нет, Екатерина, требования к школьной форме в уставе не закреплены. Есть специальный нормативно-правовой акт. Он принимается школой по согласованию с управляющим советом, либо с наблюдательным советом. Как правило, требование одно – это деловой стиль и цветовое решение. Темно-синий цвет у нас такой, корпоративный цвет Подмосковья. Школьное питание. Условия такие же, как в прошлом году, вот льготы, завтраки первоклашек или что-то будет новенькое? Ну, если только меню у нас не изменится, все остальное, да, сохраняется в прежнем формате. Точно так же мы выполняем указ президента об организации питания. Все дети начальной школы у нас будут получать бесплатные завтраки, а дети льготных категорий еще и обеды. Ну, пельмени вызвали очень большой ажиотаж в прошлом году. Все это обсуждали. В этом году что-то вкусненькое планируется добавить в меню и прислушиваться ли к детям? Ну, к детям всегда прислушиваются. Если бы к ним не прислушались, я думаю, что пельмени бы не появились. Вы же знаете, да, как они появились при проведении опроса. Достаточно много детей на вопрос, что бы вы хотели добавить, написали пельмени. И этот ответ, количество, да, вот детей, которые изъявили это желание, заинтересовало Андрея Юрьевича, и он дал поручение просто проработать этот вопрос. Таким образом, вот пельмени появились в школьном меню. Я думаю, что очередной опрос тоже может преподнести какие-то сюрпризы. Поживем, увидим. Бургеры, наверное, да? Я даже не знаю, что предположить, но возможно, да, наверное, это их любимая еда. Если у вас, дорогие телезрители, есть пожелания, например, по школьному меню или любые другие вопросы наши гости, то задавайте их, телефоны на экране. С прошлого года триместры заменили четверти, теперь каникулы у всех по единому графику. Оправдалась ли такая система и лучше ли она? Екатерина, ну, когда регион живет в едином режиме, это действительно удобно, потому что у Министерства образования Московской области есть понимание, что вот с этой даты все начали учиться, вот с этой даты все ушли на каникулы. И вот такой общий единый режим работы дает возможность проведение и каких-то единых мероприятий для школьников, также и каких-то единых мероприятий для педагогов. Поэтому действительно это очень удобно. Поступают вопросы, ну, анонимные, но тем не менее давайте на него ответим. Один учитель на собрании родителей будущих первоклассников сказал, что все дети должны уметь читать, считать до 100. Это будущие первоклассники. И вот на вопрос, а чему же он будет учить детей, ответ не последовало. Как вы считаете, вот ребенок должен приходить подготовленным или все-таки не нужно бежать впереди паровоза? Ну, достаточно сложный вопрос. Мне кажется, сейчас большинство родителей вкладывают в раннее развитие ребенка, да, они стараются все-таки до похода в первый класс уже выучить буквы, там, научить читать, считать. Но все-таки это не до 100. Это неплохо, но это и не обязательно. Я считаю, что самое главное, это чтобы ребенок
был морально готов к школе, то есть чтобы он умел начатое дело доводить до конца, чтобы он был самостоятелен в своих действиях, чтобы он меньше зависел от помощи взрослого. А всему остальному научит учитель. Именно для этого он и находится в классе, чтобы научить. Еще из новостей. В этом новом учебном году появятся новые маршруты школьного транспорта. Расскажите, какие? У нас сохраняется подвоз обучающихся в Молоковскую школу и в учебные корпуса Видновской 11-й. А новыми маршрутами, да, действительно, станут два. Это маршрут из усадьбы Суханова в Лопатинскую школу. Был запрос от жителей. Там действительно нет транспортного сообщения, а в ЖК живет достаточное количество детей. Поэтому мы проработали этот вопрос со всеми службами. И с 1 сентября этот маршрут запустим. Примерно такой же сценарий был и в жилом комплексе «Римский квартал», что в поселке Развилка. Там у нас будет сразу 3 автобуса, с утра 3 рейса из разных локаций, но все они будут сходиться в Развилковской школе, то есть из села Беседы и 2 точки сбора детей в самом ЖК «Римский квартал». Продолжение дорожной темы. Традиционно перед новым учебным годом у территорий школ и садов обновляются пешеходные переходы, проверяют работу светофоров, лежачие полицейские устанавливают при необходимости. У нас есть сюжет на эту тему, давайте его посмотрим. Более 4 лет воспитанники частного детского сада на Завидной 10 испытывали неудобства с переходом проезжей части. 2 раза в день ребята пользуются маршрутом от образовательного учреждения к игровой площадке. Несмотря на то, что это придомовая территория, движение здесь довольно интенсивное. Вопрос о создании пешеходного перехода руководитель сада подняла на одной из встреч общественной организации «Нежный бизнес», где присутствовал первый заместитель главы администрации округа Альберт Гравин, который и взялся ситуацию под личный контроль. Помимо нашего садика, здесь в доме еще 3 садика, и в итоге до 80 детей переходят дорогу ежедневно. Я очень благодарна, потому что сразу отреагировали, и как только я отправила заявку, на следующий день мне позвонили и пригласили встретиться, обсудить уже все детали и пообещать, что к 1 сентября уже будет готов переход. Обещание руководства Ленинского городского округа сдержало. Реализация проекта заняла около 2 недель. Чтобы не ждать выделения средств из муниципального бюджета, подключили бизнес и местную управляющую компанию. Итог – полноценный безопасный пешеходный переход, выполненный по всем стандартам. Времени ушло у нас меньше недели. Все подрядчики подключились оперативно, все нарисовали, поставили знаки, сделали понижение, чтобы дети могли безопасно передвигаться. Альберт Гравин отмечает, такое открытое взаимодействие с жителями и оперативная реализация наказов и есть главный принцип работы администрации. Вот эта вот история, она не такая дорогая, но при этом реализовать ее с помощью бюджета – это огромная процедура 44-го федерального закона. У нас нашлись добрые предприниматели, которые с удовольствием вникли в эту историю, и мы в течение 2 недель, вот к 1 сентября у нас была такая задача, сделали этот прекрасный пешеходный переход. Ребятишкам очень удобно, мы сейчас продемонстрировали. Самое главное, довольны родители, которые видят, что мы идем всегда навстречу и помогаем. В преддверии нового учебного года обновляются и другие пешеходные переходы, ведущие к образовательным учреждениям. С этого года используется инновационный материал – термопластик, который служит дольше, порядка 3-4 лет, устойчив к перепадам температуры и неблагоприятным погодным условиям. Также устанавливаются дорожные знаки «Внимание, дети!» и «Соблюдение скоростного режима». Данное покрытие, вот это термопластическое, вот оно отражает свет фар, и водители издалека уже будут, ну как бы будут вид, будет им отражаться, что существует данный пешеход, что надо обратить внимание. Особенно это касается дорожных знаков, вот вблизи школ,
которые дублируются именно на асфальте. Уже видно скоростной режим, очень большой такой знак издалека будет видно. И, внимание, дети, тоже дорожный знак, который будет на асфальте расположен. Помимо пешеходных переходов, для безопасности участников дорожного движения на улицах городского округа устанавливаются искусственные неровности, которые снижают скорость потока и заставляют водителей сосредоточить внимание. Здесь находится школа номер 2. И в преддверии начала учебного года просто необходимо установить. Минут на 15-20 будет ограниченным движением. В итоге все будет сделано качественно и хорошо. В Видном разметку обновят не только вблизи образовательных учреждений. В этом году она, в принципе, внешне изменится. Возле школ, детских садов и на нерегулируемых пешеходных переходах останется бело-желтой, на светофорных – однотонной белой. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Наталья Николаевна, на текущий момент все школы и сады готовы в плане дорожной безопасности? Конечно, да, абсолютно все разметки обновлены. Вы знаете, очень хорошая мысль прозвучала в сюжете, что к началу нового учебного года готовятся не только педагоги, не только дети, готовится город, да, вот приводит в порядок все то, что связано с безопасностью детей. И это очень важно. И в заключение нашей беседы давайте вернемся к детским садикам. Это такая традиционно тема болезненная. Как обстоят дела все-таки с очередями? Уменьшаются ли они? Ну вот мы говорили о том, что в сады вводятся, но поспевают ли они за вводом жилья? Екатерина, вы вот самый сложный вопрос, да, оставили на конец эфира. Конечно, мы хотели бы, чтобы очередь шла только со знаком минус, в динамике на уменьшение, но, к сожалению, вот мы только-только чуть-чуть ее снизим путем вот комплектования садов новостроек, но сдаются новые дома, появляются новые жители, и, соответственно, прирост в очереди осуществляется. Будем надеяться, что когда строительство все закончится, а строительство детских садов продолжится, мы эту проблему решим. Но, скорее всего, так не будет. И мы с вами, наверное, не в одном еще эфире эту тему поднимем. Тем не менее, объекты строятся, сдаются, очередь уменьшается, я думаю, все-таки. Конечно. Это тоже большое достижение. И вот еще вопрос. Есть ли возможность предоставления яслей? Как у нас по яслям тоже обстоит ситуация? Знаете, формирование групп, определение возрастной категории строится исключительно на анализе потребностей. Пока есть в муниципалитете высокая потребность и актуальная очередь детей с 3 до 7, мы, конечно, не делаем акцент на яслях, на группах с 2 до 3. Поэтому они у нас присутствуют в муниципалитете, но только в 9 садах. И это, конечно, не покрывает полный запрос родителей, молодых мам, которые хотят уже вот в столь раннем возрасте отдать ребенка в детский сад, чтобы самим выходить на работу. Наталья Николаевна, и вот все-таки последний вопрос. В этом году школьниками Ленинского округа станут дети из Луганской и Донецкой да. народных республик. Сколько это человек? Ну, на сегодняшний момент, вот я располагаю цифры, что таких детей у нас 164 человека. Возможно, еще, конечно же, они прибудут, но, вы знаете, по практике прошедшего учебного года у нас нет проблем с тем, чтобы принять этих детей, оказать им максимум внимания, дать сопровождение психолога, если ну, это требуется. Мы обеспечиваем их всеми необходимыми учебниками. И я хочу сказать, что даже ребята достаточно благодушно, доброжелательно воспринимают появление вот этих ребят, охотно делятся своей канцеляркой, то есть помогают. И это прекрасно. То есть, понимаете,
добру учатся именно на примере вот таких ситуаций. То есть быстро появляются новые друзья. Друзья, да. Скажите, ну, наверняка какая-то все-таки разница в программах есть. Детям нужно как-то догонять. Может быть, там какие-то предметы отсутствовали. Вот. Вы знаете, те дети, которые проживали, ну, естественно, учились на территории ЛНР и ДНР, у них нет большой разницы с нашей программой, потому что они все-таки учились по российским учебникам последние несколько лет. А вот те дети, которые прибывают с освобожденной территории Украины, вот там, да, мы сталкиваемся с тем, что есть расхождение в программах. Не все дети по-русски достаточно хорошо говорят, потому что преподавание велось на украинском языке. Но дети в младшем школьном возрасте достаточно гибкие, поэтому они быстро приспосабливаются и включаются в образовательный процесс. Спасибо вам большое за интересную беседу, за детальные ответы. Я напомню, что у нас в гостях была начальник отдела образования Ленинского городского округа Наталья Киселева. Нашим юным жителям хочется пожелать отличной плодотворной учебы, родителям сил и спокойствия. Спасибо за внимание и до новых встреч!